эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте! Мы продолжаем обзоры домов, которые уже находятся в свободной продаже. И сегодня мы находимся в городе Темрюк. Это жилой комплекс «Азовский». И с огромным удовольствием познакомим вас с домом, площадь которого составляет 60 квадратных метров. Мы видим, что забор – это евроштакетник, а крыша – это именно особенность данного жилого комплекса. Это гибкая двуслойная черепица. Ну а отделка – штукатурка Баумит. Поехали дальше. Напомню или отмечу, что все дома, которые находятся в свободной продаже, здесь сразу есть отсыпка для автомобиля, для свободного прохода к дому. И непосредственно к дому за штукатуркой Баумит находится минвата 50 мм, то есть энергосбережение тепла, вернее сбережение тепла здесь обеспечено. Приглашаю в дом. Кстати, крыльцо монолитное, чуть-чуть больше 4 квадратных метров. И, конечно же, здесь плитка для надежности, долговечности и, конечно же, красоты. Ну, дом уютный. Поехали. Коридор почти 10 квадратных метров. На входе нас встречает плитка. Кстати, она с утеплителем. То есть заходите с улицы, разулись, ножкам тепло. В лучших традициях компании выключатель находится с правой стороны. То есть управление электричеством дома. Кстати, электричество 15 киловатт. И здесь есть небольшая особенность именно в этом доме, в этом проекте. Здесь линолеум. Красиво. Я когда шел в дом, сразу подумал, что это ламинат. Нет, это линолеум. Но и обратите внимание на один из моментов. Если владельцы дома задумают сделать весь дом в плитке, то это будет возможно. Снимаем планку, стелим плитку. Все предельно просто. Коридор смело можно считать таким перекрестком дома, потому что именно отсюда для начала мы попадаем сразу в две спальные комнаты. Самая большая спальная комната чуть больше 11 квадратных метров. Ну, отметим, она достаточно светлая. Все в лучших традициях, дорогие друзья. Натяжной потолок, достаточное количество розеток, всегда выход под телевизор, под системы, которые будут вас развлекать. Комнаты, думаю, достаточно будет для большой двухспальной кровати или как детскую комнату ее можно использовать. Ну и всегда отмечаю про то, что как поклеены обои. Лично я так не умею, ни единого стыка. Смотрится великолепно и шикарно. Вторая спальная комната немножечко меньше, 10,8 квадратных метров. Она тоже достаточно светлая и имеет все коммуникации. Это достаточное количество розеток, удобное расположение выключателя. Ну, в общем, заезжай и живи. Санузел, кстати, 4,5 квадратных метра. Кстати, этого хватает, чтобы там расположить умывальник, стиральную машинку, трон и, конечно же, душевую кабинку. И кухня-гостиная. Конечно же, уверен, что любимейшее место всех тех, кто здесь будет жить. 21 квадратный метр. Итак, посмотрим, что здесь есть. Как всегда, все коммуникации. Например, под раковину здесь уже есть все выводы. Холодная, горячая вода. То есть она будет здесь. Это в любом случае. Есть уже котел. Пока электрический, но, конечно же, в перспективе газ. Он обязательно будет. Теплый пол, вот управление, потому что на кухне он предусмотрен. И вот особенность. Здесь есть выход, но, внимание, не на террасу, как обычно мы снимаем, говорим, а ждет небольшой сюрприз. Сюрприз – это обычное, удобное, небольшое крыльцо. Но что нам дает отсутствие террасы? Здесь мы сразу видим, что становится визуально больше земли, которой, кстати, 5 соток. Это, конечно же, можно считать преимуществом для садоводов или для дополнительных построек. Не знаю, баня, бассейн, гостевой дом. В общем, все, что угодно. Но еще хотелось бы отметить, что дом продается сразу с комплектацией полной. То есть москитные сетки тоже предусмотрены. Но и, как уже успели мы заметить, по всему дому, по всему периметру обязательно отмостка. Ну, это, конечно же, классика жанра, но об этом нельзя не сказать.
смело можно сказать, дом уютный, 60 квадратных метров для жизни. Для такой средней статистической семьи, мне кажется, этого достаточно. Сколько стоит этот дом? Друзья, в описании все написано. Внимательно прочитайте, там есть цена, дополнительные характеристики. Так что все прозрачно, все для вашего внимания. В эфире был канал «Стройгарант Анапа». Задавайте вопросы, пишите комментарии. Обязательно добавляйтесь, друзья, и ставьте лайки. До новых встреч, пока!